Так, всем привет, кто смотрит запись этой трансляции, поставьте, пожалуйста, лайк и подпишитесь на канал. Тут я провожу прямые трансляции, чтобы меня не потерять, если что, вдруг я вас буду здесь ждать. И напишите, пожалуйста, комментарий. Бррр. Здорово, чат. Получается, стрим пошел, сейчас я посты выложу, тогда... Ничего не лагает, все нормал, да, бур? Так получилось, что ребята не доехали до меня, и мы встретимся в другом месте, и мне сейчас надо будет выдумать, как присоединить телефон. Руку про... Чего? Чего обманывать? Обманщики. У меня еще самое главное, без навигатора поеду. Какую Теслу будем брать? Сейчас все увидите, чат. Все, вы готовы? Ты будешь чат читать? Да, я чат вижу. Надеюсь, короче, все будет нормально работать. Все, поехали. Такой чисто пов, знаете, видео есть на ютубе, пов, там типа Гелендваген, АМГ 63 на выхлопе Браус. Короче, там Тесла, давайте я расскажу чуть-чуть. У Теслы этот стоит, во-первых, она перформанс, у нее стоит какая-то увеличенная это бадья. Увеличенная бадья для чего? Вопрос задается, правильно такой? Бадья... Какая бадья? Я не то говорю. Увеличенный аккумулятор с бадьей, блёб. Что я придумал? Короче, этот аккумулятор, у него большая емкость, и из-за этого 470 лошадиных сил у нее. О, а это что у нас тут такое? Ёб, а чё встали-то? Ёб, мне потом на лего. Блёб, всё красное. Привыкни к аппарату. Мне кажется, что она ебует. Ну, 470 сил электрических, ну, должно быть норм. У варпача Tesla Plaid вообще пизда. Она, ну, намного быстрее. Это не такая быстрая. Как нога болит, как шли. Просто, блин. Она плачет у меня внутри. За эти деньги сейчас 4 Тайкана возьму. Нет, я бы с кайфом Тайкан взял. А сколько Тайкан стоит, чат? Можете, пожалуйста, зайти, выбрать Москву и выбрать самое дешевое, типа первое объявление, сколько вот самое дешевое в Москве. Именно не под заказ, а именно, который купить можно, сколько стоит. Ты в больницу ходил? Нет. Да куда я пойду? Времени нет. У тебя кошка откроет для свежести. 13 лямов, ну, на 10 лямов дороже, чем то, что я беру. Ну нет, чат, это слишком дорого. Тем более, для чего она мне нужна? Вы же не знаете, для чего... Она мне нужна, правильно? Пацаны, привет, пацаны уже туда едут. А пацаны стримят же еще? У них же стрим еще и должен быть идти. Просто я премьеру сделал с запасом. Вообще на 7 договаривали. Ой, на 6. Я думал в 5-6 запущу. В итоге сколько время? Время 7. Вот тебе на. Не, взрывать я не буду, все нормально. Кстати, если не сложно, реально лайка можно было бы проставить. А? Tesla Model 3. Нет, жечь тоже ее не буду. Да я еб... Если вы даже правду скажете, что я буду делать, я же вам не скажу. Какой смысл тогда? А мне тогда это вообще делать. Правильно? Казика больше, да, не будет. Ну, я надеюсь, смогу без казика существовать. Буду стараться. Ну, как видите, стараюсь какой-то контекшн, там что-то, того-сего. На самом деле, Tesla берем, потому что заебать эти уже пауэрбанки, перезаряд брать, просто бесит. Вот одну возьмем и будем все телефоны заряжать. Кто еще с собой будет? Илюха, по-моему, ролик дропает, у Горилыча дело, все остальные будут. Ну все, кто на стриме, они же ко мне едут, ёшкин кот. Вы что, не с их стрима, что ли? Видел, Монстрой долги раздал, да? Молодец. Ну, пиздец, прикиньте, столько ебал еще и в долг все это время. Главное, чтобы дальше в долги не влазил. Если дальше в долги не будет лазить, то красава. На самом деле, ты уже много чего получил с помощью, да не скажу так, я про очень много, чат. Я, ну, мне не надо было уезжать, я просто решил все бросить и поехать, и попробовать заниматься контентом, веселиться, там, гулять и так далее. Вот что я решил сорваться и поехать. Мне не надо было это делать, потому что, ладно, это потом еще нарезки, просто не надо было. Так, в целом, все нормально, справимся, просто будем стараться двигаться. Правильно? Правильно. С кем едешь? Пока что один. С невидимым другом. Один разговариваю, и друг сидит. Чё?
лучше бы не включал. Пиздец. Как я плохо сейчас выгляжу. Я хотел сейчас этот, как его, кепку одеть, не смог из-за волос, потому что пиздец. Не-не, не верну, чат. Пиздец. Все лицо засыпало от еды плохой или от нервов, все поймешь. Волосам пиздец, потею весь. Ну его нахер. Вот так, все, я теперь стример без вебки. Ты отращиваешь волосы, да? На макушке особенно. Что-то не лезут, но отращивают, да. Всем привет. Привет, Алиночка. Тебе нравится больше на Твиче? Ну, меня колпачит, что, ну, допустим, она не в рестике сидели. Я ж дома был это время, я бы с кайфом посидел тоже с ними в рестике. Вот это неприятно, что я, типа, не могу. А у них там все дела, им тоже надо стримить. Они же не могут просто на моих стримах сидеть все время. И, типа, я буду, грубо говоря, стримы качать, а они все это время не будут ничего не делать. Так тоже нельзя. Вот это пиздец, что разделяться приходится теперь. И мне надо теперь обо всем думать, что как придумывать и так далее. Все в одного. Но пацаны пиздец вчера поддержали все. 5 хуев со мной просто стримили. Никто вчера не запускал, просто со мной хуй. Зубами что? Зубами все ок, просто этот как вот. Надо сходить к зубному, подтянуть все. Сколько еще ехать? Не знаю, я без навигатора еду. Ну, чат, минут 10-12 пятого. Пол пятого, 10-15 пятого. Когда операция, не знаю, сейчас нужно чуть время, чтобы прошло. Чуть настрою дела и пойду волосы, еще одну операцию, наверное, сделаю. Отращиваешь? Что за духи? Потники. Потный. На что операция? На волосы, ну я. А, ну, хотя, на ютубе, может, кто-то есть, кто не... кого нет. Кстати, почти что, чат, сколько сейчас подписчиков? Уже почти 100 тысяч подписчиков. Ебать, реально приятно. Но, с другой стороны, вот Twitch забанили, и есть, типа, мотивация, дальше прокачка, там, типа, может быть, там, руки опуститься туда-сюда, расстройство в моменте у меня такое тоже может быть, так что прошу там поддержать в какие-то моменты, если что, вдруг. Но тоже такой вызов, что заново начать, грубо говоря, считай, почти что с нуля. Но этот канал, я думаю, что я оставлю его под стримы чисто, а для роликов я отдельный сделаю. Что кушал сегодня? Что я ел-то? Я что-то... А, йогу, я такое нашел. Я заказал жареный рис с овощами и курицу в сычуанском соусе, ее все ем, какая вкусная. Остренькая такая, в меру, ну, такая, если ты острое не любишь, то для тебя это будет остро. Я, такая вкусноте его просто, когда первое видео выложу. Ну, то, что я, ну, скоро, я надеюсь, но его еще снять надо. Сейчас вот подготовка, грубо говоря. Просто я такие, типа, приколы, которые можно полить, буду на стримах полить, а основное все действие будет в ролике. Починил в зале обогреватель в тот же день. Кстати, спасибо вам тоже, что вы поддерживаете, заходите на канал, лайки там ставите, подписки, вон, реально почти 100 тысяч подписчиков. И прошлая трансляция набрала почти что уже 200 тысяч просмотров. При условии, что это, типа, там не ролик, это просто трансляция. Это вообще кайф. Приятности есть в этом. Ну, я приятно... Ой, резина какая синяя едет. Блин, ну и уже хуй я ее когда себе куплю. Ну, когда-то, может быть, но уже навряд ли. Уже все. Не знаю, мне нравится стримить на ютубе. Кто-то говорит, что на ютубе, наоборот, я люблю вайб, намного вайбовее, чем там на твиче. Кто-то говорит, что типа на твиче свой вайб, там, а на ютубе хуй. Мне честно, вот я как считаю, какая разница, на какой площадке. Вы сидите, картинку вы видите, качество картинки вы можете менять. В чат вы можете написать, что вам еще нужно, какая разница. Ну типа в этом же вообще нету никакой разницы. Как будто главное плюс вайб, ну, и то, что происходит на стриме, а не на какой платформе это происходит. Типа, если человек такой, не, ну он не на Твиче стримит, не буду его смотреть, нам не такой зритель нужен, реально, честно. Если зритель смотрит меня из-за меня, а не из-за платформы, я ему скажу плюс реп. А если из-за платформы, то и хай он нахер, пусть идет. Да, вот еще минус, авторское право, но... Еще плюс есть. Плюс
Вот вчера упала трансляция, эфнула полностью, прям упал стрим. Через 5 минут я запустил в этой же трансляции, и трансляция продолжилась. Ей трансляции не разделились. Это еблю свайп. Бури-бури, бари-буби. Приезжайте, пожалуйста. Что там с треками? В студию поедет мама на днях, заберет из Турции. Я ее не перевозил, чтобы быстро переехать, потому что много достаточно всего. Я что-то писал, есть там всякие приколы. Вот это, допустим, слышали, я трек написал? Никогда не бросил братишку. Бури-бури-ри. Бабуль. Возьми. Боты здесь.